и вечерняя проверка Жерлиц. Приехали на дальний кордон наших проверок. Раз, два, три, четыре. Ложка стоит. Надо будет проверить их все на наличие живца. А может быть даже что-то поймаем. Поэтому они задубили. Смотрим, что у нас тут. Размотка окунем, наверное. Что? Ну, тянется так, как будто кто-то есть. Тянется так, как будто кто-то есть. Тут пескарь, имею в виду. Ух ты. Да что ты. Ух ты. Неужто села? Неужто села? Ух ты. Друзья, ничего себе. Мы, наверное, с добычей, да? Ух ты, друзья. Вот это да. Щука. Щука, щука. Бьет так, как будто... Как будто я... Она головой бьет. Ой-ой-ой. Я даже не знаю, что сказать. У меня первый раз так... Она активная же сейчас, вообще не понимаете. Это же... Я не балуюсь, да? Ты, я не балуюсь, да. Ты к этому. Да головой там шарахает. Вот она. В приглядку давай, в приглядку. Я ее... Она вот как бы не заходит. Анечка, багорик, если ты мне дашь. Так. Жми на паузу, я подержу. Вот это да! Так она, смотрите, она просто запуталась и за животом. Мы уже сегодня видели такое, да? Вот это она взялась. Она замоталась об жерлицу, и вот он крючок за живот схватил-то ее. А, вот поэтому она нас дождалась, да? Поэтому, да, она нас дождалась. Так бы она бы уже давно бы ушла и покинула нашу жерлицу. Вот это да. Вот это поклевка. Вот это поклевочка. Отлично. А я думаю, что за ерунда. Похулиганила она здесь, похулиганила. Угу. Это килограммчика 3,5 где-то, но неважно. Вытащили, вытащили. Угу. Так, что мы проанализировали? Оказывается, эта щука наша собрала две жерлицы в кучу. Потому что здесь, ну, вообще ничего, вот, даже лески нету. То есть, оказывается, этот крючок, который впился ей в живот, это со второй жерлицы. А от этой жерлицы он на месте, он вот он, внутри, в пасти ее. То есть, как бы она решила покушать, вот он, как говорится, добро, хорошо взялась. То есть, и второй крючок. То есть, она две до кучи собрала, и все. И сейчас будем его... изымать и одного, и второго. И вот такие вот у нас чудеса. Приехали мы, значит,